Это не ветер и не дождь, это лягушки и рыба плещется. Сегодня не дойти, еще осталось 60 километров. Решили вот здесь заночевать. Перед закатом вот такой вид здесь. Симпатично. Непонятно, правда, какая погода завтра будет. Шлюзу Волгодонская, Цемлянское водохранилище. Маяк слева. Сам Волгодонск, а вот там виден шлюз. Ворота. Дон, наконец. Дон, пипидон. Лей-лей, пипилей. До Ростова нам осталось 4 шлюза. Или 3. И 2 или 3 дня пути. We'll be right back.
вот такая штуковина впереди. Два катера, один впереди, другой сзади, ковш тащит этой землечерпалки или черное что. Еще сбоку большой катер. И все они вместе. И вот как это все обойти, совершенно непонятно. Местные красоты. Катерок только ковш тащит. А эта камская наша придерживает сбоку. Впереди еще один. Матина. Подводник один. На Дону такая фигня встречается. А церквей нет. Во всяком случае, не видели. Пока. Вода грязная. Речка мелкая относительно. 4 метра везде. Как проходят все эти дядьки большие, сказать сложно. Временами застревают. Сейчас километров 40, наверное, до Ростова. Не знаю, что это за место, но красиво. Посмотрел, место называется Маныческое.
Ростов. Центр Ростова. А с того, с этого моста нас какие-то идиоты сверху гайку железную кинули в нас. Придурки. Даже в этом, даже в такой мелочи и то. Отвратительное впечатление об этом городе. Отвратительное. Чиновников, от этих всех уродов. А это, видимо, мост, которым нас пугают. Никак не 4 метра, и не 6 даже, метров 7, наверное, 8. Мачту можно было спокойно не Азов. Церковь. Сейчас идем в крепость и будем смотреть церковь иконы Божией Матери Азовской. Да, так эту ночь мы же стояли вот здесь. Вот этот мост, который подсвечивался разными цветами. И вот тут левее. Вот в этом затончике немножко левее. Мы там стояли ночью. Рядом с крепостным валом. Вот этот памятник осадного сидения донских казаков и азовского взятия 1637 года.